стойте. И полегче с оружием. Это мы еще посмотрим. Объясни сперва, кто ты такой и что ты здесь делаешь. Могу задать вам тот же вопрос. Но остров полумесяца невелик, и ваше присутствие тут уже не новость. Так, продолжай. Мое имя Алюмон. Я последователь Ордена. И я полагаю, что наши цели совпадают. Слабо в это верится. Вы уже встречали бандитов. А значит, вам известно об артефакте, который попал в их руки. Так и что с ним? И что это за темная госпожа такая? Их нанимательница. С помощью подобных артефактов она увеличивает свое могущество, чтобы обзавестись армией. Ходячих мертвецов. То есть она некромант. Отлично. В некотором смысле. Предполагаю, что она в могильной вахте за этими вратами. К сожалению, это особенное место. И чтобы преодолеть эти ворота и последующие препятствия, нам потребуется кое-что необычное. Артефакт, который позволит нам отправиться в мир мертвых, где все не то, чем кажется. Мироходческий артефакт. Да, под названием «Гиблое сердце». Он был у местных волколаков, с которыми вы, как я понимаю, уже познакомились. С его помощью они пробираются в мир мертвых и таким образом попадают на другую сторону врат. И дальше, в могильную вахту. И как нам его достать? Они умудрились потерять его во время поисков другого артефакта в раскопе, шахте в Сухоземье, где добывают ману. С тех пор южные врата для них заперты. Дай угадаю. Теперь мы должны пойти в эту смертельно опасную шахту, найти эту штуковину и притащить ее сюда, чтобы тебя выручить. Я умею путешествовать между мирами, однако не могу никого с собой взять. Получив гиблое сердце, мы сможем все вместе атаковать могильную вахту. В одиночку мне с Дестрой не совладать. С Дестрой? Это ваша темная госпожа. Ведьма, если точнее. Я отправлюсь за ворота, чтобы приглядывать за ее прихвостнями. Если вы вернетесь с гиблым сердцем, мы еще встретимся. Еще? Мы в первый-то раз такое удовольствие получили. Удачи.
Заходите. По стаканчику. А, привет. Проголодались? По стаканчику. Прощайте. Thank you.
Yeah.
такое жуткое место. Пахнет еще хуже, чем выглядит. Что случилось с этими людьми? Нам дарована свобода! Оно говорит! Обожаю с вами гулять, ребята. Внутри этого слизня. Должно быть, это и есть гиблое сердце. Если Алюмон не соврал, оно проведет нас за южные врата. Что ж, давайте выясним. А нельзя его сперва отмыть? Такая гадость. Мы слишком много времени потеряли. Нужно поспешить к могильной вахте. Поддерживаю. Ну, Алюмон, погоди. У нас к тебе столько вопросов накопилось.
Проголодались? Стаканчику? Берегите себя. Добрый день для охоты. Приветствую, воители. Вы живы. И снова здравствуйте. Вы живы. Выше нос. Приветствую. Полпинты или целую? Да вы присаживайтесь. Заходите, не стесняйтесь. А? Будьте осторожны! Субтитры
Кто там? Ага. Здравствуй. Осторожнее там. Заходите. Что-нибудь понравилось? Да.
что-нибудь понравилось? Это вы уже уходите? О, это вы. Моя лавка к вашим услугам. Всегда пожалуйста. Thank you.
они будут мертвы. Оживи их, или будешь с ними. О, древний, на остров прибыли визитеры, но я с ними разберусь. Хорошо, ты умна, но неудача будет дорого тебе стоить. Я не подведу, о, великий. В могильной вахте для тебя восстанет огромное войско. Солдаты Веруса заплатят за его измену. Теперь они мои рабы навсегда. А поведет их Баргус, о великий. Осквернитель, да. Выполняй обещанное, а чужаков убей. Конечно, повелитель. Вы точно будете довольны. Что уже никогда вас не увижу. Мне кажется, или я слышу нотки разочарования? Облегчение. Дестра здесь, в могильной вахте. Вонь ее темных чар ни с чем не перепутаешь. Тебе придется рассказать нам все, что знаешь, или мы и шагу больше не сделаем. Хорошо, насколько смогу. Дестра служила в армии Веруса, была одним из самых доверенных его генералов. И самых могущественных. Это тот маг, который стал повелителем вампиров? Да. Давненько я не слышал этого имени. Монстр примечательный. Но его время давно прошло. Он просто как-то взял и исчез. Исчез? А нет. Эту угрозу нельзя списывать со счетов. Мы полагаем, что он просто скрывается. Мы?
Мой орден много поколений ведет охоту на Веруса и ему подобных. Первым прикончил Веруса мой дед, а за ним и мой отец. Как видите, это становится почти что семейной традицией. То есть, Верус бессмертен? Именно так. Или был бессмертен. Судя по тому, что мне удалось выяснить, его силы убывают. Если я прав, на этот раз мы можем уничтожить Веруса окончательно. И ты думаешь, что Дестра в курсе, где его искать? Да. Но с каждой минутой ее армия растет. Мы должны спешить. Тогда вперед. Ей предстоит за многое ответить. Заходите. Спокойного пути. Полпинты или целый?
По стаканчику. Прощайте. Добро пожаловать. Приветствую. Солнце на клинке. Солнце на клинке. И снова здравствуйте. Осторожнее там. Что-нибудь понравилось?
Я все еще здесь. Моя лавка к вашим услугам. Пламя все еще... Thank you.
Моя лавка к вашим услугам. С возвращением, ночь темна.